сочиняем барабаны, давай, давай сочиняем. Примуса, сковородки паяем, ножи правим. Недорого. Мой ангел ок порхает крылья наружу, зачем-то я ему нужен. Следит в глазок и в темноте светит светом, на все приходит ответом. А этим летом улетела мига и выпал снег, но мне казалось, он сказал, я мигом I'll be back. Я поснял вот у него руки, он говорит, как ты, вот как ты делаешь, и крупно, и летят вот эти перья у тебя в руках. Вот так в Голливуде снимаются высокобюджетные блокбастеры. Летит моя душа на красный свет, на черный день. Солнце, белый жар закрыло мне, открыли все. Эй, ну как ты мог, мой ангел? Я работаю диджеем, мне платят за это соками. Одна песня, один пакетик сока. Стоит за правым плечом и как будто бы ни при чем он. Рот на замок. А если кликнул три раза, он проявляется сразу. Но снова фаза, когда манят звезды, и я молюсь. Мне не казалось, и сказал мой крестный, я вернусь. Мне кажется, Серега левее. Мой отсос пчелиного шмелиного яда на съемочной площадке осуществляет ID. Вижу, вижу. Давай, давай, все. Соси, Серега, соси. Здорово. Фильм «Мумия ангел». Кто поднятый гордо головой? Раз, два, три, четыре. Быстрые углеводы. Серафим, шестикрылый кит, ангел-предохранитель. Мой сателлит, ангел-путеводитель. Ангел-диджей, ангел-окей, ангел-лак, не тушитель, но смотритель не досмотрел, любитель любил, взял и летел в астрал, пропал сигнал где-то в звездах. Я звал, но было поздно, и я тебя потерял. Делал? Нет, вы не имеете права. У вас нет доказательств никаких. Снимаем уже завтра, поэтому я попёрся. Я попёрся на Савеловский рынок, купил детские штаны. Видите кармашки? Вшили молнии, и вот эти штуки, и получились такие бахилы. А знаете, что еще впечатлило? Дети — это дорогая статья расхода. Вот, поэтому надо использовать презервативы аккуратнее. Аккуратнее. Презервативы каждый день.